профессор Вишневский начинает операцию на сердце. Его помощники. Почему их так много? Об этом и пойдет рассказ. Руководит всеми профессор Дорбинян, врач-анестезиолог. Возникновение анестезии связано со стремлением избавить человека от боли. Больного пробовали опаивать вином. В середине прошлого века стали применять эфир, затем хлороформ. Техника долго оставалась примитивной. Действие наркоза определяли так, моргнет или не моргнет. Сравните с сегодняшней вооруженностью анестезиолога. Глубину наркоза измеряет специальная аппаратура. Разнообразные средства в различных комбинациях дозируются автоматически с большой точностью. Состояние больного контролируется с помощью энцефалограммы, записи биотоков мозга. Особые препараты, релаксанты, парализуют на время все мышцы. Так достигается неподвижность больного. Вскрыта грудная клетка. Отключается сердце. Хирург будет оперировать на обескровленном сухом сердце. Смотрите, сейчас оно остановится. Остановилось. Начинается главное. Вместо сердца работает АИК, аппарат искусственного кровообращения. Напряженные минуты. Снова забилось. Порог ликвидирован. Усильте вентиляцию легких. Так, хорошо. Хирург работал спокойно. За всеми функциями организма следили его верные помощники, анестезиологи, вооруженные замечательной аппаратурой. Анестезиология сегодня – это не только борьба с болью.